Проезды, повороты, взмахи руками – так выглядит инклюзивная хореография. Танцевальный класс для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Нягане. Освоить па на колесах няганцам помогали именитые спортсмены, чемпионы Европы по спортивным танцам на колясках. Проект реализуют на средства президентского гранта. Как утверждают опытные танцоры, одновременно это психологическая и социальная реабилитация. Она повышает качество жизни. Занятия посещают более 20 югорчан. Признаются, что с непривычки танцевать довольно тяжело. Однако первую концертную программу пара танцоры планирует представить уже в декабре. One, and the two, направление к зрителю, and the three, and the four. Это очень тяжело, это все болит, это невозможно. Я вот третий день мы занимаемся, у меня ноги и руки полностью болят. Я ходить не могу. Очень большую нагрузку, очень умственное напряжение. Человек, который на коляске, потому что коляска – это объект такой, который он сам ничего не сделает, да, только человек.